Привет, ребят. Сходили, скупились. Хотела бы вам познакомить с новой, со своей мадам. Зовут Лялька. Прошу любить и жаловать. Да, Лялька? Наша первая прогулка, точнее не прогулка первая, а пробежка по району. Подопечная. Зову ее Лялькой. Для меня это, ну, смешно. После боксера это только голова от боксера размера. Ну, 14 февраля съездили на море, погуляли, и там нашли вот это чудо. Я ее видела в Фейсбуке, выкладывали историю. Прикреплю. Серега говорит, мой кто-то потерял ее. Говорю, ну так я ее неделю в Фейсбуке уже наблюдаю. Никто ничего не написал. Через неделю мы поехали на 14 февраля. И думала, ее правда не будет. А потом уже погуляли по морю. Возвращаемся. Она между машинами бегает. Я с собой брала суп и ее дала покушать. Она нам хватала жадно. Стой. Команда, конечно, не знает, как боксер. Пошли. И постоянно под ногами путается. Вчера я купила поводок со шлейкой. У меня ничего не было, только Гретен для боксера, поводок, ошейник. Мы с Гретой оставили ее. Наша первая прогулочка. Топаем. Хвост трубой. Кошек все в шоке. Все наверху. Она их не трогает, нет. Но они боятся. Они привыкли к большой собаке. А это мелочь. Пошли, пошли, пошли. Вот так. Не прощаюсь. Еще услышимся. Выбирали имя. Я сначала думала кукла называть. О, идем, идем. Дотя предложила Шелби. Ну, это, по-моему, для большой собаки больше. Сережка Кнопка. Идем, идем, идем. Все нюхаем, все нюхаем. Под ногами путаемся. Ой, беда. Не привыкла с такими маленькими собачками ходить. Сережка с меня смеется. Это не твой размерчик. Ну, я ее Ляля зову. А Серега ей кликуху дал Люля-кебаб. Сразу приехали, покупали. Грязнючая, конечно, была. Надо на ветеринару отвезти. Идем гуляем. Паша, Паша. Главное, в квартире она не гавкает. Вот, как у меня Грета там на чужих реагировала. Не. Тихо, спокойно. Поела, спит. Паша, Паша. Ой. Вот такие штаны наши. Еще не решила толком, оставить, не оставить. Наша утренняя прогулка. Дома не слышно. Зато здесь и шли собаки. О, свадьба у них. А это на них голос подает. Вот. Сама первый раз услышала, как она гавкает.
Пошли. Вот так. Вместе с вами. Услышали, как она гавкает. Думаю, голос не подает. На улицу не просится. Но кошки в шоке. Нашего суда. Сейчас уже разъехались. Стояла, наблюдала. Я сначала наблюдаю, что происходит, а потом... Так что я говорила. Перебили, позвонили. Иду, а вокруг этого суда, господи, забыл, как называется. Милиция, полно собака. Пока подошла поближе, смотрю, в обмундировании. Весь облепленный такой полицейский. Несет сумка. Длинная сумка такая его. Какая-то специальная, но необычный пакет. А именно такая, черная, длинная. Идем, идем. Ляль. Я приторможу, и она. Да. Да, Лялька? Вот ходят что-то это. Буцают бутылки всякие вокруг суда. В общем, заминировали суд. Две машины. Судьи, знаете, как, возле суда минированные. Две машины были. Что-то села. Пошли. Устала. Пошли, пошли. А еще тоже смешно сейчас. Иду возле почты. Я вам уже не раз говорила, что у нас там дорожка. И заезжает машина на почту. Там вообще пешеходная зона, они заезжают. Идем мы с нашей лялькой. На лице. Вот, наверное, вот эти вот две машинки сейчас подойдут, а поближе заснимем. А, только лопат подает. Почта. И заезжает тетя на джипе. Я встала, ляльку придержала. Говорится, возмутилась руками, что она сюда заехала. И за ней еще одна, 99-я, и шла машинка. Я беру, достаю телефон, набираю Серегу. А сама стою с ним, разговариваю, и остановилась же, и кручусь. Это 99-я, даю задний ход и становится на парковочку возле кинотеатра. Лялька, идем. Ой, Лялька, под ногами. А тетя поехала, а 99-й нет. Опа, барьер взяли. А теперь маме барьер. Пошли. Ой, не туда. Ляля, не туда. О, ну вот, наступила, бестолочь. Вот сюда она, вокруг меня, смотрите. Вот так вот я всегда хожу. Да, Ляля? И вот так по всей дороге мы идем и падаем. Постоянно надо следить. Вот и полиция. Выбуховая служба. Вот эти две машинки стояли возле сюда. И вот так вот происходит. С утра новости такие. Вот сюда меня хочет уронить. Идем. Лялю. Мы не завернули. Пошли, Лялька, обратно. Ляль, идем обратно. Так, ребят, одевай перчатки, бо лапы замерзли. Идем, идем. Идем. Фух. А страшно идти снимать. Этих милиций подойдут, слышишь, ну пристанут, да? Скажут, удаляющую память. Все мои труды, что сейчас на карточке. Заставят удалять, а то еще возьмут телефон, заберут. Или еще чудо припаять, что я заминировала.
нас милиция наш бережет. В общем, наш суд заминировали. Лядь, пойдем. Вот у нее Манечка вокруг ног вот это кружится. Идем.